Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment By. Передо мной очень часто стоит задача, как сделать пожаробезопасную тумбочку. Тумбочка, на которой будет стоять печка. Сейчас печки, которые продаются, во многих печах нету 10 сантиметров даже от пола. В первую очередь это касается банных печей. Внизу температура, там где зольный ящик, там где стоит колосник, вернее, в районе 400-500 градусов. То есть при длительном нагреве происходит передача тепла от одного материала ко второму, в результате чего загорается просто пол. Большинство людей забывает о том, что пол надо сделать тоже безопасным. Отделывают стены, отделывают потолок, но про пол забывают. Что в результате происходит? Происходит возгорание. Смотрите, что я сделал. Впервые берете экран из нержавеющей стали сгибом. Почему сгибом? Объясняю. Потому что должен положиться на экран минерит. После того, как уложен минерит, который служит теплоизолятором, но не забывайте, минерит очень хорошо проводит тепло, поэтому одного минерита не хватает. И если вы возьмете, поищите на видео, очень много видео, показано, где минерит проводит тепло и загорается, либо обугливается очень сильно пол. А там, где есть обугливание, возможно, уже и возгорание. Поэтому кладет сначала лист нержавейки сгибом. Под размер кирпича. Кирпич выбирайте 250 на 120 любого размера, только я имею в виду любого размера по рядности. Как уже получается у вас, но как правило, у меня это в районе 630 на 630 мм. Потом после минерита я кладу кирпич. Сейчас вам покажу, как это делается. Вот так кирпич выкладывается аккуратненько. И так по всему периметру. Это один ряд. Я считаю, что одного ряда маловато. Поэтому температура, да, понятно, что она там не передастся уже через кирпич, но все равно, когда немножко печка поднята, эксплуатировать ее легче. Плюс потом, после того, как положил кирпич, кладется дополнительно вот этот экран. И уже на экран мы ставим печь. Вот так выглядит сэндвич мой, так называемый. Можете положить кирпич на клей, на герметик. То есть, как вы уже захотите. Все, вот эти экранчики... Вот эти вот гибы, они здесь 1,5 сантиметра сделаны. Смотрите, сначала идет экран из нержавеющей стали, потом идет минерит в один слой, потом идет два ряда кирпича, после этого еще один слой минерита, и только после этого я ставлю экран. Вот так выглядит результат моей работы, когда стоит печка. Все, с вами был Дмитрий Михайлов, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, заказывайте у меня монтаж дымоходов, заказывайте у меня монтаж печей. Я только за вашу безопасность. Пока.